Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей лекции сегодня – отрицательные аспекты и нынешние задачи перед туризмом. Сфера туризма влияет на экономику и население страны. Развитие туризма дает возможность улучшать торговые и экономические отношения между странами. Улучшение инфраструктуры в туристических центрах также несет изменения в жизнь местного населения. Рассмотрим особенности современной индустрии туризма. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Рынок туристических услуг. Второй. Разнообразие туристического продукта. Третий. Виды туристических услуг. Четвертый. Рынок туристических организаций. Пятый. 21 век международного туризма. Шестой. Прогнозы развития индустрии туризма. Седьмой. Тенденции развития туризма в России и в мире. Рынок услуг. Рынок услуг в сфере туризма состоит из предложений и спроса на услуги. Таким образом, предложения включают в себя услуги из материальной базы, отели, транспорт, питание и так далее. Если рассматривать рынок туристических услуг с точки зрения экономики, то кроме спроса и предложения также входит цена и конкурентная борьба. Рынок туристических услуг развивался от стиля предложения, определяет спрос на начальном этапе развития, до современного этапа, где спрос определяет предложение. Возможности современной индустрии туризма практически не ограничены. Можно совершить путешествие не только по Северному Ледовитому океану, но и в космос. Туристический продукт включает в себя услуги различных компаний, предоставляющих сервис обслуживания туристов. Прежде всего, это отели и транспортные организации, рестораны и экскурсионные компании, курортно-оздоровительные и спортивные организации. В современной индустрии туризма между производителем услуг и потребителем услуг будет стоять несколько посредников. Комплектование туристического продукта занимаются туроператоры. Эти организации также продвигают продукт на туристический рынок. Разнообразие туристического продукта. Необходимо отметить, что при формировании туристического продукта туристические операторы используют дифференциацию в зависимости от цели путешествия, уровню обслуживания и предпочтения. Таким образом, все виды предложений создаются для определенных потребителей. Выделим определенные группы туристических предложений. Первое. По типу организации. Въездной, выездной и внутренний. Второе. По количеству человек туры разделяются на групповые, индивидуальные и семейные. Третье.
По цели путешествия: познавательный, оздоровительный, обучающий, деловой, приключенческий, спортивный и курортный. Основные компоненты туристической индустрии влияют на развитие туризма в целом. При модернизации транспорта, развитии гостиничной сферы услуг и усовершенствовании компьютерных технологий и программы онлайн-бронирования вся индустрия туризма развивается целиком. Рассмотрим каждый из видов туристических услуг. С развитием цивилизации, увеличением торговли между странами, а также техническим прогрессом, гостиничный промысел развивался интенсивно. Но негативные события в мире, войны и экономические кризисы замедляют развитие гостиничной сферы. В начале XIX века появляются новые виды транспорта, такие как железная дорога и пароходы, что ведет к появлению массового туризма и гостиничного бизнеса. В это же время в Америке появляются первые крупные сетевые гостиницы с известными ательерами Hilton, Marriott и другие. В период послевоенных лет уровень обслуживания и количество услуг в гостиницах меняется кардинально. Если ранее гостиницы представляли себе комнаты с мебелью и ванной комнатой для гостей, то в 50-х годах 20 века гостиницы предоставляют комплекс услуг – рестораны, экскурсии и транспорт. В этот же период возникает множество гостиниц с определенной специализацией – отель и для бизнесменов в мегаполисах, и современные гостиничные комплексы с собственным пляжем на курортах, железнодорожных вокзалах и аэропортах. Увеличивается количество международных ассоциаций и объединений гостиниц. Последние технические разработки в сфере безопасности и комфорта используются при строительстве современных гостиниц, а также используются современные компьютерные технологии для бронирования и контроля заполняемости. Услуги по размещению туристов – это основа туристического продукта. В любой туристический пакет входит проживание в гостинице или других организаций, оказывающие услуги размещения. Наличие гостиниц высокого уровня сервиса влияет в целом на уровень туристического региона. Количество гостиниц и развитая инфраструктура – это основа успешного курортного района. Транспортные услуги также важны при формировании туристического продукта. Определим понятие транспорта в туризме, как перемещение на различные расстояния с туристической целью. Благодаря развитию транспорта стали возможны поездки на длительные расстояния. Если в средние века люди передвигались на повозках и катерах, то сейчас стало возможно путешествовать на поездах и самолетах намного быстрее. Таким образом, транспорт – двигатель прогресса. В любой стране развитие дорог и транспортной системы важно для экономического развития. При равномерном развитии транспорта на территории государства развивается сельское хозяйство, промышленность и торговля. Для развития туризма транспорт важен и помогает культурному обмену. Благодаря транспорту становятся возможными международные отношения. Если ранее туристические поездки были возможны только между соседними странами, то благодаря развитию авиатранспорта сейчас стало возможным авиаперелеты между странами, не имеющими сухопутной границы. Улучшение транспортного сообщения с дальними регионами способствуют увеличению туристов. При увеличении количества рейсов в курортные регионы увеличивается поток путешественников.
Стоит отметить, что транспортные услуги – один из базовых сервисов в туризме. Так, например, в дальних путешествиях стоимость авиаперелета может составлять более 50% от общей стоимости туристического пакета. Рынок туристических организаций. Современный рынок туристических организаций разнообразен на названия организаций: бутик путешествий, туранство, бюро путешествий. Но фактически существуют только два типа организаций, которые занимаются продажей и организацией туристического продукта. Это туроператоры и турагентства. Дадим определение данных организаций. Туроператоры формируют туристический продукт. Данный продукт, тур, может состоять из различных туристических услуг: проживание в отеле, транспорт, рестораны, экскурсионные маршруты и другие. Туристические операторы создают пакеты туристических услуг с комплексным набором услуг. Таким образом, туроператор влияет на конечный продукт и формирует предложение на рынке. Среди туроператоров происходит конкурентная борьба за лидерство на рынке. Турагент продает туристические пакеты, созданные туроператором, или отдельные услуги, например, только отель или авиабилет. Таким образом, от опыта и знаний турагента зависит итоговый выбор туристического продукта. Компьютерные программы по бронированию. Первые системы онлайн-бронирования появились на туристическом рынке в начале 90-х годов. В современном мире уровень развития компьютерных технологий позволяет утверждать, что в будущем данная сфера туристических услуг будет настолько развита, что заменит на рынке туроператоров. Уже сейчас стало возможно бронировать отели и авиабилеты 24 часа в сутки. Бронирование дополнительных услуг, таких как такси или ресторан, стало возможным через интернет. По результатам исследователей, поддержка государства выездного туризма должна быть в пропорции с внутренним туризмом. Равномерное развитие национального туризма создает условия для роста экономики. Так как увеличение иностранных туристов увеличивает долю национальной валюты, создает возможности для развития различных видов деятельности. 21 век международного туризма. Стоит отметить, что в 20 веке был более популярен туризм внутри своей страны или своего региона. В связи с развитием транспорта и увеличением международных авиарейсов, доля международного туризма выросла в несколько раз. Рентабельность туристического бизнеса зависит от объемов инвестиций. Таким образом, при расширении географии туров туристическая компания должна вкладывать большие инвестиции в рекламу новых туристических направлений. Как пример можно привести гостиничные сети IHG – Intercontinental Hotel Group. Данная сеть является одним из лидеров по количеству отелей в мире. Однако конкуренция среди гостиничных цепочек высока, и кроме расширения географии отелей, необходимо поддерживать высокий уровень обслуживания. Развитие туристической индустрии. Если рассматривать развитие туристической индустрии в различных регионах мира, можно заметить, что оно неравномерно. Принято разделение на данные регионы – Америка и Европа – как лидера туристической индустрии, далее Южная Азия и Ближний Восток – интенсивное развитие в последние годы. Восточная Азия и Тихий океан, Африка. В каждом регионе различные ресурсы для развития туризма.
Рассмотрим развитие каждого туристического региона подробнее. Европа. Родоначальником туризма как индустрии является европейский регион. И он занимает лидирующее положение по количеству туристов. Это стало возможным благодаря высокому социально-экономическому уровню жизни населения. Стоит отметить, что европейский уровень развития опережает другие регионы на несколько десятилетий. Однако в последнее время другие регионы также и увеличивают уровень развития туризма. Одним из лидеров является Ближневосточный регион. Как пример правильной государственной политики в сфере туризма можно привести ОАЭ. За последние 10 лет количество туристов увеличилось более чем на 20%. Высокая конкуренция между регионами создает условия для повышения стандартов обслуживания. Сейчас при появлении нового туристического курорта с завышенным уровнем сервиса конкурирующие регионы для поддержания конкурентоспособности повышают уровень своего сервиса. Рост международного туризма в мире составляет около 5% ежегодно по статистике ВТО. Прогнозы развития индустрии туризма. Рассмотрим прогнозы развития индустрии туризма. Согласно оценке экспертов в сфере туризма, в будущем будет увеличение числа туристов в страны Азии и Ближнего Востока. Напротив, в страны европейского региона будет спад количества туристов. Стоит отметить, что увеличивается доля путешествий на дальние расстояния, более 20%, что стало возможным благодаря развитию транспортного сообщения между различными регионами. По оценке ВТО, в 2020 году лидирующее место в индустрии туризма будет занимать Китай. Эта страна будет лидером по количеству туристов, выезжающих и въезжающих. Также ежегодно увеличивается количество туристов из Японии, Германии, Великобритании и России. Стоит отметить, что за последние 20 лет количество международных прибылей увеличилось в 3 раза. Специалисты в сфере туризма отмечают, что наибольшим спросом в будущем будут пользоваться следующие виды туризма – приключенческие, культурно-познавательные и экологические. Отдельно можно выделить тематический туризм как новое активно развивающееся направление. В последние годы количество тематических парков увеличивается. Например, в ОАЭ был построен тематический парк развлечений «Леголэнд» и «Феррари». Одним из самых посещаемых мест в Сингапуре является тематический парк «Юниверсал». В США существует множество тематических парков, например, парк развлечений по мотивам книги о Гарри Поттере. По прогнозам экспертов, будет изменяться количество дней, которые туристы проводят в путешествии. Количество дней отпуска уменьшается. В будущем туристы будут тратить меньше времени, но больше денег. Будут популярны туры на 2 или 3 дня, выходные. Что будет способствовать увеличению туров, максимальное количество удовольствия, но за короткий срок. Кроме того, будет увеличиваться спрос на курорте по системе «Все включено». Рынок туристических предложений будет увеличиваться, чтобы охватить все категории туристов и удовлетворить разнообразные потребности. Дадим понятие определению «туристический продукт и услуга». Дадим понятие определению «туристический продукт и услуга». С экономической точки зрения, туристический продукт – это один из видов товара. Туристической услугой можно воспользоваться в месте ее производства.
Туристический продукт, авиабилет, проживание в отеле может быть куплен в любом месте, а использован в месте предоставления данной услуги. Данная особенность важна при покупке тура в туристическом агентстве. Вы оплачиваете туристический продукт, но фактически покупаете услуги, как составляющие ваш отдых. При формировании пакета туристических услуг важно включить услуги и заинтересовать потребителя. Например, при посещении Франции можно совместить посещение памятников архитектуры и известных на весь мир виноградников. Или при посещении Китая можно совместить покупку зеленого чая и осмотр Великой Китайской стены. Особенностью туристического продукта является потребительская стоимость, полезность. От того, насколько данный продукт удовлетворяет потребности потребителя, зависит его ценность для покупателя. Задача туроператора – создать продукт, интересный большему количеству потребителей. В случае производства массового продукта используются индустриальные технологии. Тенденции развития туризма в России и в мире. Статистика данных ВТО о состоянии туристической индустрии в России показывает ежегодный прирост туристов. Согласно исследованиям, туристы предпочитают путешествовать в пределах своего региона. В более чем половине путешествий целью туризма является отдых, далее деловые и личные визиты. Растет количество туристов, путешествующих по религиозным причинам или с целью улучшения здоровья. Воздушный транспорт используется в более чем 50% путешествий. Далее по популярности идет железнодорожный и автомобильный транспорт. Граждане России тратят больше, чем другие путешественники за границей. Так, увеличение в последние годы составляет более 30%. И наоборот, страны, из которых туристический поток всегда был высоким, США, Германия, тратят на путешествия и развлечения меньше денег. Эта статистика может говорить об увеличении конкуренции на рынке туризма и предстоящих изменений на новые источники спроса потребителей. Страны с растущей экономикой стимулируют рост международного туризма. Например, в прошлом году Китай, Россия и Бразилия были лидерами по числу туристического потока в мире. Рассмотрим отрицательные аспекты и задачи перед туризмом в России. Последнее десятилетие Россия показывает интенсивный рост внутреннего и международного туризма, а также входит в 10 стран, лидирующих по количеству иностранных туристов, въезжающих в страну. Стоит отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, туристы не уменьшают расходы на отдых, но сокращают количество дней отпуска. Данная тенденция сохранится и в будущем. Наибольший рост прибывших в Россию туристов сохраняется из азиатских стран, а также стран Западной Европы. В связи с военным положением и нестабильной ситуацией в Ближнем Восточном регионе количество туристов в данный регион прекратилось. Рост интереса к природно ориентированному туристу дает предпосылки к увеличению в России любителей данного вида отдыха. Стоит отметить, что туризм становится необходимостью для человека в современном мире. О путешествии человек не может отказаться, несмотря на политические и экономические сложности. Несмотря на все негативные экономические тенденции в мире, Россия является донором туристов в мире. Рост туристов, посещающих Россию, увеличивается. Но, к сожалению, данный рост не отражается на росту экономики. Для сравнения, страны Европы зарабатывают на индустрии туризма в 5 раз больше.
Международные фестивали и спортивные мероприятия не помогают удерживать путешественников и не способствуют их повторному посещению России. Последний год на самых популярных направлениях выездного туризма – Египет и Турция – существует угроза безопасности туристов и неспокойная политическая ситуация. Конкуренция на рынке туристических услуг настолько высока, что для привлечения потребителей представители туристической индустрии вынуждены снижать стоимость своих услуг, что ведет к уменьшению прибыли. Стоит отметить, что в последние годы, благодаря процессу глобализации, происходит упрощение визового режима. Однако для поддержания высокого уровня конкурентоспособности туристический продукт в России должен соответствовать всем международным требованиям. В первую очередь это может быть важно для отелей и туристических компаний. Важно использовать инновационные компьютерные технологии для привлечения новых клиентов. Для расширения географии путешествий и улучшения сервиса необходимо развивать современные информационные системы и рекламу новых направлений через интернет и социальные сети. Необходимо создать общую систему поиска гостиниц и отелей по всей России, сделать возможным ознакомление с экспозицией музеев и туристическими маршрутами в режиме онлайн. Возможности визуализации живой природы в национальных парках, виртуальные экскурсии по паркам развлечений, видео и фото, материалы – все это позволяет привлекать новых туристов и путешественников. В современной индустрии туризма важно создавать условия для предварительного бронирования и оплаты туристических услуг. Подводя итоги современному состоянию туризма, необходимо проводить стратегическое планирование и учитывать региональные различия в зависимости от обеспеченности ресурсами и типа экономического развития конкретного региона.